Самаре строительство новой станции метро «Театральная» остается на непрерывном контроле. Работают сейчас в двух зонах – в историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. Так, на второй стройплощадке на прошлой неделе заканчивали укреплять стартовый котлован. На текущей неделе запланировано начало доставки отдельных элементов тоннелепроходческого комплекса для дальнейшего монтажа. А в исторической части города внутри коллектора установили 12 видеокамер, которые расположили в колодцах. На пост видеонаблюдения выведены все изображения. Камеры нужны для более детального мониторинга во время работ, необходимых для минимизации влияния будущей проходки на коллектор. Также предусмотрели установку GPS-датчиков. По информации регионального управления капитального строительства, выполнение этой задачи обеспечат в период с 10 по 19 мая. Затем специалистам предстоит провести повторное обследование коллектора. Кроме того, запланировано освобождение территории будущего станционного комплекса от сетей электроснабжения. Пришли к решению, что их переустройство все-таки необходимо. Это связано и с намеченными работами по ограждающим конструкциям станционного комплекса. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. С ростом пассажиропотока в подземке муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» обеспечит сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого продолжают обновлять подвижной состав, обучат и дополнительную группу машинистов. Повышение комфорта перевозок и развитие транспортной инфраструктуры региональной столицы является одним из приоритетных направлений деятельности. У нас работает много музыкантов, которые работают в центре города и добираются и на работу сюда. Мне кажется, станция метро «Театральная» очень важна городу. Она разгрузит, во-первых, транспортные артерии и даст такой прямую дорогу из спальных районов в центр, в культурную точку, в культурный центр города Самары, к оперному театру и площади Куйбышева.